Так, друзья, всем привет! Многие, наверное, помнят мой ролик, где я перевел на литий-полимерный аккумулятор терку свою. Ну как перевел? Она работает и от батареек, и от аккумулятора. Вот он, этот аккумулятор. Сегодня решил провести тест. Все меня просили сразу же провести тест. Зашли споры о глубине, увеличивает ли аккумулятор глубину, либо просто время работы. Я сразу скажу, мне хватает и времени работы. Но мне самому стало интересно, увеличится ли глубина. Проверять мы сегодня будем по воздуху. Если по воздуху будет какие-то изменения, то есть в лучшую сторону, мы обязательно по теплому проведем эксперимент на улице. Сделаем специальную установку, которая закапывается под землю и проверяется глубина. То есть, как многие делают. Значит, как сегодня будет происходить съемка? Вот так лежит терочка. Эта камера, которую я сейчас снимаю, будет снимать ВДО, а вот она камера стоит, которая смотрит на катушку. Вот такую вот импровизировал линеечку, сделал. То есть я буду ее, вот здесь она будет, вот так. И будем, значит, снимать. Я думаю, в камеру видно. Нет, сейчас камеру поставим получше. И будем, значит, снимать мы. Вот. Ну, короче, с двух камер будем снимать. Я вам поставлю два видео. Линейка здесь точная. Сейчас я вам покажу. Если приложить от... вот так. Сейчас, секунду. Мне так через камеру неудобно смотреть. 0. То видите, да? 2, 5, 6, 7. Ну и дальше поперло до... 29 сантиметров. Я думаю, нам этого хватит. Почему не меряю линейкой? Линейка металлическая, это алюминий. Поэтому она будет нам моросить. Вот. Короче, погнали. Так, фотоаппарат переехал снимать ВДО, потому что штатив у него, я как-то не рассчитал, он у него стальной, тоже алюминий. Поэтому перед катушкой такое ставить нельзя. Все, начинаем, значит, съемочку. Будем снимать и тестировать. Первым у нас, наверное, пойдут простые батарейки. Мы сейчас ставим в прибор. Это я выкинул старые, новые лежат в упаковке. Сейчас будем пробовать. Все, вставил я батарейки. Блин, наверное, надо чуечку поменьше сделать. Ну, очень. Все, на 27 чуйка у нас. Так, что мы будем делать? Первым берем, возьмем какую-нибудь крупную монету-то. Это будет у нас 2 копейки, 816 год. Начинаем с большого. Так, опять мой косяк общий. Многие забывают. Снимаем кольца. 2 копейки. Смотрим. 30 сантиметров. Ну, 19 сантиметров начинает пробиваться по воздуху. Шестнадцать. 13. Ну, четкий 14-13 ребром. Это же глубина где-то. Это по воздуху. Кладем ее первую сюда. Что в следующее возьмем? Сейчас будем просто по размеру брать копейки. Копейки. Копейка 1939 год. Я думаю. Вот она по воздуху 16 сантиметров. 16 сантиметров. Билончик возьмем. Возьмем какой-нибудь билончик мой любимый. Так, сейчас возьмем. Возьмем билончик. Возьмем поменьше, может быть, сейчас. Вот, возьмем царский билон 1902 года. Серебро.
Ну, 10-11 сантиметров. 10-11 сантиметров. Так, что у нас здесь видно? Видно. Отлично. Чешуя. Где-то есть родная. Возьмем покрупнее, которые есть маленькие чешуечки, и побольше. Вот самая крупненькая, которая у меня есть, возьмем. Она сейчас будет вообще где-то наверху бить. Ну, по воздуху, может, раньше. Четыре-пять сантиметров. И то, я не... Да, 4-5 сантиметров по воздуху. Возьмем с крест. Давайте крест возьмем. Вот такой большой крест. Мужской. Это 17-18 сантиметров. Вот, зачем я его убрал? Мы его оставляем здесь, потому что будем смотреть другие источники питания. Так. Рубь 1913. Крупная монета. 23 сантиметра. Ну, даже... 24-25, вот он, капабельный сигнал. 24-25 сантиметров копаем. Так, что еще-то взять? Давайте возьмем конину. Вот такого размера конина. Ну, тоже 30 сантиметров смело по воздуху. Вот за 30-ку уходим. 30 сантиметров, крупный объект. Возьмем вот такой крест. Это то ли серебро, то ли сплав какой-то, неизвестно, не знаю, не смотрел. Двадцать один сантиметр. Свинец, простой свинец, пуля, спутник. Вот такая, которую я думал, что выкопал что-то несусветное, оказалось пуля, спутник. Двадцать сантиметров. Так, давайте к нам совдепину возьмем. Чем мы их обходим-то стороной? 5 копеек, 46-й год. Двадцать шесть сантиметров. Это воздух, все считаем воздух. Я думаю, в земле будет глубина поменьше. Давайте деньгу возьмем. 24-25 сантиметров. Так, ложка. Ложку. Крупный объект. О, ну это 30 сантиметров. Понятное дело, стабильно работает. Так, есть мелкая, я не знаю, даже не могу определить, что это за монеты. Просто медный блинчик от нее остался. Не помню. Николаевская, если не ошибаюсь, была. Или Николаевская, это другая, вон она лежит. Ладно, смотрим, маленький блинчик, тоненький. 18 сантиметров. Ну да, 18, четкий сигнал есть еще. Ну и давайте еще что-нибудь посмотрим маленькое из совдепов. Возьмем 2 копейки 71 года. 71 года. Блин, у нас вот, в принципе, капабельные сигналы. Два, мелочь 20 сантиметров, крупночь 30 выходит по воздуху. Где-то так, это на простых... Не ожидал, я сделал маленькую линейку, походу, если будут там больше показателей. Так, я взял 2 копейки серебром, 1844 год, Николай I.
25 сантиметров смело. Так, предлагаю сменить питание, потому что, ну блин, все в принципе одного размера. Так, следующими у нас будут это аккумуляторы. Фирма батарей какая-то, значит, 1,2 вольта, они все 1,2 вольта. 2300 мА заявленная емкость. Затерты они, потому что всегда заряжены. Использовал их очень мало, но они постоянно со мной, как запасной источник питания. Вдруг что-то сядет. 2300 мАч. Size AA, никель, что-то там они какие-то, я уже не помню, что это у нас. Вставляем в приборы, они заряженные. Стояли, заряжались 12 часов, как положено было в инструкции. Специальная зарядка, и именно с ними продавалась комплект, я покупал. Это не какие-нибудь там дорогие, но и не какая-нибудь какашка. Так, проверим. Чувствительность 27 так и осталось. Так, а мы даже на первой программе работаем, не все металлы. Но на первой программе и остаемся. Начинаем сначала. 2 копейки 1816, да? Я не помню показатели, поэтому кому интересно, вот для себя записывайте, смотрите. Двадцать пять сантиметров. Поехали дальше. Две тоже копейки. Не помню, короче. Следующая монета. Ну тоже 25-26 сантиметров. Билончик берем. Двадцать сантиметров. Чешуя. Я бы начал копать. 13,5 сантиметров. Это больше, чем да, на батарейках. Два сантиметра. Берем рубль, дед Сашин. Двадцать девять сантиметров смело. Конина. Ну, 30 плюс 31-32. Также, в принципе. Крест вот такой. Двадцать два сантиметра. Пуля, спутник. 20 сантиметров. 5 копеек. Советы. 46. Двадцать четыре, 25 сантиметров. Смело. Копаем. Деньга. 24 сантиметра. Что-то мне кажется, что даже аккумуляторы лучше поработают, чем батарейки, да? Ложка. Ну, плюс 30, как и было. Затертый маленький блинчик медный. Ну, 19 сантиметров, вот он, копабельный сигнал. Следующее, что у нас было тут? 2 копейки 71. Сантиметров вообще сигналит смело, работает. Николай Первый, 2 копейки серебром, 844. 27 пробивается вообще, вот он копается вообще смело. Ну все, 27 стабильный сигнал на копание.
Ну и теперь всеми споримый аккумулятор. Кто-то за него, кто-то против него, кто-то говорит большой вес, кто-то говорит бессмысленная доработка, переделка. Я же считаю, что даже если увеличивается срок работы, то это уже хорошо. А он увеличивается. Я после переделки сколько раз выезжал, ни разу не заряжал. Так. Провод питания. Смотрите, включаю, вот, вы видите, на этой камере ничего не стоит в ней внутри, в приборе. Подключаем наш аккумулятор и включаем прибор. Есть. Проверяем сейчас сразу чуйку, чтобы у нас ничего не сбилось. То, что мы меняли только чувствительность, ничего не сбилось. Поехали. Я топлю вообще всеми руками за аккум. Смотрим. Сантиметров капабельно. Вот он сигнал, вот он. 27 сантиметров капабельно. Надо, наверное, было вот так вставлять, но я бы нечем было, негде было бы махать. Что тут у нас? 800 какой год? 39-й. Три сантиметра вообще смело. Билон. Ну, 22 сантиметра. Да, 22 сантиметра билон. Так, чешуя. Также 13 сантиметров, как на аккумуляторах. Крест вот такой. Ну, 19-20 сантиметров. Рубль. Девять 30 сантиметров. Танина. Ну, 30+. Крест второй, который непонятный сплав. 24-25. Я не помню показатели предыдущих, если честно, источников питания, поэтому. Дробь, спутник, пули, точнее, 22-23 сантиметра будете копать. 2 копейки 46, 5 копеек 46. Сантиметров, 28-30 сантиметров вообще смело. Вот тут вообще плюс большой, кстати. 28 сантиметров. Следующая у нас деньга. Сантиметра. Ложка должна быть 35 улететь вообще. Вот край 29. 31-32 сантиметра. Так. Понятная монетка. Девятнадцать 20 сантиметров. Ну, я уже, в принципе, для себя уже сделал вывод, в принципе, на самом-то деле. Двадцать
21 сантиметр стабильный сигнал. Николай Первый. Ну, 27-26 сантиметров. Вот так вот, ребята. Кто просил тест, получите вот такой вам импровизированный тест. Значит, что я вам хочу сказать по переделке. Я не жалею, что я это сделал. Объясню почему. По одной простой причине, что глубина, может, и не увеличилась, потому что все-таки это проверяется не воздухом, его на воздухе, но тем не менее, да, не по воздуху. Но тем не менее, все равно я заметил стабильную работу прибора. На своей дистанции 32-35 сантиметров какие-то сигналы видит лучше. Даже те же советы только что. Ну и плюс еще время работы. Время работы намного больше. Вот это мой сезон прошлый. Но это не весь, это что-то такое, что я решил забрать домой. Пишите комментарии, высказывайте свои мнения. С вами был канал Men's Channels. До новых встреч, всем пока.